11.06 в Кирове начинается программа «Дневной разворот». В студии Владимир Сметанин. И Светлана Занько. Добрый день. Здравствуйте. С наступающим праздником. 9 мая. Завтра праздник, выходной. И подробно о программе празднования этой великой даты мы уже поговорили. Второй час «Дневного разворота» после 12.05 выйдет в записи. Ну, подробно, да, мы осветили все то, что будет происходить в областном центре. У нас в гостях была Марина Юсупова, начальник городского управления культуры. В общем, слушайте, нам понравилось. Да, мы очень подробно рассказали, где, в каких районах, какие мероприятия нас ожидают. Так что, пожалуйста, после 12 не отключайте приемник и будете знать, где завтра можно отпраздновать праздник вместе с вашими родственниками и друзьями. А сейчас мы будем говорить о том, что в Кирове начался ремонт дорог. Собственно говоря, мы все это видим. Высота нового асфальтового покрытия вызвала претензию автомобилистов, лично у меня тоже. То есть мы такого частного вопроса начнем, потому что, честно говоря, мы понимаем, что идет подготовка к 9 мая, и центральные улицы, которые прилегают к Театральной площади, и улица Московская, были отфрезерованы. Карла Липнихта, Дериндеева, вот буквально несколько последних дней. Да, ну и вот ты, когда едешь на машине, ты понимаешь, что ты просто как скаковая лошадь перескакиваешь через вот эти вот непонятные перепады уровней, и поэтому сразу же вопрос нашим гостям, а у нас в гостях Константин Сечихин, руководитель региональной группы общественного контроля за ремонтом и содержанием дорог, Шамиль Бузиков, член региональной группы, и Тимур Неврузов, член региональной группы. Мы впервые, Тимур, здесь приветствуем. Вы меня поправляете, Тимур, если можно, Тимур? Права. Можно Тимур. Просто. Да, я неправильно произношу имя? Не Тимур? Тимур? Фамилия Наврузов. Наврузов, прошу прощения. Тимур да. Не новичок, он был у нас уже в гостях, правда, Да, Тимур, государственный инспектор Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Ространснадзора Приволжского межрегионального управления государственного дорожного надзора. Хорошо. И вопрос, наверное, Шамилю, потому что вот мы уже за эфиром эту тему начали обсуждать. Шамиль, почему такие перепады возникают при фрезеровке и последующей укладке асфальта? При фрезеровке-то это понятно, они могут возникнуть, потому что верхний слой, а вот дальше вот укладывается, что-то непонятно, что возникает. Почему? Нет, ну, на самом деле очень все просто. Препятствия. Вот, могу пояснить даже по улице вам, по Московской. Я думаю, так она много вызвала каких-то вопросов. Вот, например, пункт номер 4. Это что за документ? Создание профиля и обеспечение требуемой ровности и сыпных свойств асфальтобетонного покрытия. Двоеточие. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси средней толщиной 5 см. То есть, по сути своей, мы после прохождения фрезеровочной машины создаем ровное поверхность. 5-сантиметровая. Нет. Фрезеровка здесь у нас тоже указана, но написано снятие деформированных асфальтобетонных покрытий с шириной от 500 до, ну, то есть от 0,5 до 1 метра и толщиной слоя до 4 сантиметров. То есть это как бы есть. Но до 4 сантиметров никто не говорит о том, что мы можем снимать меньше. Где-то после прохождения фрезы мы вообще ее не снимаем. Ввиду того, что грунт изначально был просажен, то есть образовалась выемка. И вот в эту выемку мы просто-напросто с нее ничего не снимаем. А поверх ее укладываем основные слои. То есть задача... Понимаю прекрасно, что выемка может потом увеличиваться дальше. Ну, конечно, потому что, еще раз говорю, вот в рамках такого технического задания мы делаем косметический ремонт. Я об этом говорю неоднократно и уже не один год говорил, в принципе, всем. Если мы видим просадку основания, то, понимаете, хоть косметикой заделайся, хоть не заделайся, даже после того, как вы новый слой уложите и пустите там транспорт, в том трафике, при том трафике, который есть сейчас, мы все равно получим эту просадку. Если вы ездите по центральным улицам города, вы давно могли все видеть, что образование так называемых колеи. То есть колейность, она страшна. Вот по улице, допустим, Воровского едете, да, и попадаете с хлебозаводского Воровского проезда, например, да, и как бы в улицу Сурикова попадаете, да, начинаете. Вот попробуйте проехать. Вы проезжаете, машина начинает настолько подкачивать сильно, как на волнах. Это образуется именно из-за этого. То, что основание слабое, трафик большой. С этим-то понятно. Мой вопрос другого касался. Почему сейчас, когда укладывается асфальт вот на этих центральных улицах, да, которые к Дню Победы готовят, почему их стыки с теми улицами, которые там являются перекрестками, имеют такой разный уровень? И будут ли они как-то заделываться, как-то все будет выглядеть? Естественно, задача дорожников, прежде всего, это состыковать. Но проблема в том, что если мы сплошную площадь фрезеруем, как правило, не поперек улицы, не поперек движения машин, транспорта, а вдоль, то когда мы делаем так называемые стыки, то там фрезу мы разворачиваем на 90 градусов и начинаем фрезеровать ее поперечно.
Вот. И образуется, ну, большая глубина образуется, и в этом месте мы должны состыковаться. То есть перепад высот не допускается. Мы должны к старому основанию состыковаться вровень. То есть там положат еще дополнительный асфальт, конечно, и будет такой конечно. Накатик. То есть слой асфальта мы здесь выровняем, потому что в техническом задании не написано конкретно, допустим, 4 сантиметра, да, ни влево, ни вправо, ни больше, ни меньше, а написано до 4 сантиметров или там не менее 4 сантиметров. А это что, специально должно пройти там неделя, например, полторы, прежде чем стыковки будут сделаны? Нет, вы понимаете, это... Работа, она достаточно мелкая, но, как правило, мелкая работа отнимает очень много на нее идет. Поэтому им для того, чтобы выдержать все сроки, проще сделать больший участок, то есть более ровную дорогу, ну, то есть большую протяженность. Это проще, потому что по объемам они сделают ее больше за меньший промежуток времени. А вот все мелочи, там, съезды, стыки и так далее, они будут делать потом. Это вернуться потом. Ну, естественно. К этим местам. Им будет сделать так проще, потому что... Ну, в этом году до 1 сентября у нас есть графики производства работ. Ага. Мы все надеемся на это. Не как в том году до 1 октября, а в этом году до 1 сентября должны успеть сделать все. А то, что на машине можно колеса пробить, если не притормозить, это уже их... Понимаете, вот даже... Не волнует. Ну, хорошо, я поясню этот момент. В техническом задании, вот в том, то, что у меня имеется, вот я просто вам зачитаю. Ну, не только у Шамиля, я надеюсь. Да, у дорожников-то оно тоже перед глазами. Ну, конечно. Вот написано... меньшим шрифтом, как обычно бывает, маленьким, ну, курсивом. Написано, выполнять работы по одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой. Это говорит о том, что нам изначально в техническом задании говорят, ребят, вы улицу можете не перекрывать. То есть движение транспорта вы не останавливаете, вы не закрываете улицу. Пожалуйста, пусть ездит. То есть одну полосу делаете, а по второй полосе у вас пускай движение будет. То есть нет закрытия улиц. Поэтому, когда улицу делают, в любом случае вы поедете там, где работа еще не закончена. И, конечно, оставите колеса. Но вам дорожные знаки... Но ведь вам дорожные знаки говорят о том, что дорожная работа предупреждали, да. Вас же предупреждали о том, что скорость необходима снизить, бдительность необходима повысить и так далее, и так далее. То есть вас ведь об этом предупреждают. Поэтому русский человек никогда не теряется на дорогах Западной Европы. Мы аккуратно ездим, внимательно, по знакам притормаживаем. Потому что, не дай бог, дорожная работа и ямы. Да. Ну, продолжаем разговор. Мы будем говорить о том, какие ваши впечатления от того, как начался ремонт дорог в городе Кирове, какие уже возникают вопросы к дорожникам, возможно, к тем людям, которые отвечают за надзор, за ремонтом дорог. Пожалуйста, начнем с Константина Сечихина. Продолжим, вернее уже. Продолжим, да. Да. Ну, ситуация на сегодняшний день, мы с вами видим, что у нас Гордермострой приступил к работам. Улица Московская, улица Карла Либкнехта. Московская практически сделана, вот только осталось эти мелочи, как говорит Шамиль, которые съезды, стыки и все, что с ним связано. Улица Карла Либкнехта они выложили в один слой. Но на сегодняшний день, вот вчера мы как раз, можно сказать, мини-рейд проводили по Московской. Вопросы есть, вопросов, ну, я не скажу, что вопросы есть к качеству укладки асфальта, есть вопросы именно к тем моментам, которые будут в дальнейшем при содержании уличной дорожной сети влиять на тротуары, так проще сказать. Потому что если все мы ходим по улице Московской, мы видим, что местами, где положили асфальт, асфальт выше бордюрного камня. Тем самым у нас вся вода будет стекать на тротуарные дорожки. Где такие места вы отметили? Ну, вчера один из участков, который мы наблюдали, это в районе Московской 4. Это как раз на спуске с улицы Ленина. Это ближе к Казанской. Ближе к Казанской, да, там особенно ближе к самому. Там уклон серьезный. Да, там вопрос уклон еще серьезный. Во-вторых, там местами асфальт выше бордюрного камня. Пусть это незначительно, но это выше бордюрного камня, и вся вода, которая у нас побежит по улице Московской в этом уклоне, да, она спокойно будет стекать на тротуар и прямо под Московскую 4, под здание. И тем самым, во-первых, это будут лужи, просто-напросто на асфальте, и тем самым будет неблагоприятно для здания. Вопрос, почему не сделан бордюрный камень, наверное, вы хотите задать. А потому что его нет в техническом задании этого бордюрного камня на сегодняшний день. Подождите, выше бордюрного камня, то есть выше старого, который там вложен, да, нового нету. Нового не предусмотрен новый в техническом задании. И тут сразу становится очень много-много вопросов, а почему так, а почему, вот, например, сейчас
вот проезжая возле правительства области, я вижу, что новые бордюрные камни есть, местами поменяли. А почему ли на улице Московской бордюрные камни не захотели? Потому что под дом правительства вода не течет. А я объясню вам почему. Потому что этот старый бордюрный камень уже покрасили в белый цвет, подготовили к 9 мая. Вот, поэтому... Если сейчас мы будем менять, это будет как с той историей. Сначала нанесли дорожную разметку, потом приехали дорожники, стали фрезеровать все это дело и укладывать новый асфальт. Ну вот, в принципе, из этого же, из этой же оперы. Нет, конечно, мы ответ-то знаем на этот вопрос только по той причине, что мы очень плотно работаем в рамках программы федеральной безопасной и качественной дороги, и мы понимаем, что в этом году, опять же, ну, когда ее согласовывали из технического задания в связи с нехваткой денежных средств, бордюрный камень был исключен местами, да. И в связи с этим, вот вчера с Альбертом Валентиновичем, с новым руководителем дирекции дорожного хозяйства вечером общались. По этому вопросу, когда было выявлено такие нарушения, он сказал, что они попытаются местами бордюрниками поднять за счет и экономии денежных средств, и за счет в рамках 44-го нам можно, ну, можно добавлять до 10%. Это кто с госзакупками сталкивался. Надеемся, что вот такие места, которые были выявлены нами вчера и которые выявляются не только нами, но и дирекцией дорожного хозяйства, они будут ликвидированы и граждане будут ходить по сухим пешеходным дорожкам. Как это так бордюрный камень поднять? Вот на этом мы сейчас прервемся на полминуты и разъясним уже после перерыва. Константин Сечихин, Шамиль Бузиков и Тимур Наврузов, члены региональной группы общественного контроля за ремонтом и содержанием дорог в эфире «Дневного разворота» на волнах нашей радиостанции. Володя, еще раз свою реплику, пожалуйста. Как так бордюры поднимать, выше которых оказался местами уровень уложенного асфальта на Московской улице? Ну, сделают разрез технологический вдоль бордюра. Вдоль бордюра. На новом асфальте. Ну, конечно, да. Дальше, значит, что бордюрные камни изымут. Выковыривают их от туда. Ну, проще говоря, так, если вам так понятнее, вот, и под них, собственно говоря, будет дополнительная подложка выложена. То есть подложка в виде бетонной смеси. То есть и обратно старый бордюр поставят. Ну, если мы говорим о подъеме, то, безусловно, нет, именно так. Вот на Московской я бы в этих местах оставил бы старый бордюр, потому что там такой бордюрный камень, ему, наверное, столько же лет, сколько самой улицы Московской, да. Ну, вот честно, вчера наблюдали, там такая хорошая арматура, там, потому что местами он есть разрушение уже, там такая хорошая арматура, даже в те бордюрным камни, которые сейчас изготавливают, ну, они у нас, сами видите, год-два максимум, они начинают разрушаться, да, а там вот они стоят и стоят, и лучше просто их поднять повыше, как Шамиль сказал, подложку сделать и оставить, пусть еще столько же лет простоят. Ну, учитывая вышесказанное, что дорожникам не слишком это выгодно как-то, да, это мелкие работы эти затратные по времени и так далее, и технологически, в общем, неизвестно, когда он будет поднят, когда они туда это вот вернутся. Надеемся, до сентября. Что... Да, до сентября. Нет, надеемся, что это до сентября сделано будет. Только а летом так, у нас дождей не будет. А не так, как мы с вами наблюдали, у нас кольца еще, получается, колодцы поднимали в декабре месяце и асфальтировали их. А сейчас мы наблюдаем разрушаются по улице, что они везде разрушены, где-то идут большие провалы, где как. Вот, кстати, по колодцам хотелось тоже у вас спросить. Сами уже начали говорить, Константин. Я тоже удивляюсь, улица, по которой я часто езжу, улица там, Свободы, например, как образец для меня, потому что вот эти пространства вокруг колодца на пересечении Горбачева и Свободы, они постоянно проваливаются. За прошлый год несколько раз они проваливались, их поднимали. И в этом году уже несколько раз что-то там заделают, и снова яму заделают. Место там проклятое. Что происходит? Он просачивается, растворяется. Что за воронка кастровая? Во-первых, в колодце идут сетевые коммуникации. Но они протекают. Безусловно, протекает, подмывает основание на том, на чем стоит колодец, то есть на этой камере, по сути своей. Камера дает усадку, она просаживается дальше, колодец уходит вниз. Асфальт ее удерживает сколько-то сверху, ну и дальше мы наблюдаем, он проваливается, проваливается все ниже и ниже. Как в данном случае поступают? Поступают проще, изымают железобетонное кольцо, делают подкладку из бетонного раствора и на новый бетонный раствор его поднимают. То есть устанавливают и дальше делают вровень с проезжей частью. Вот таким образом это все решается. Ну, каждый год оно просаживается, и каждый год подложку просто подкладывают, все. Ну и сети надо ремонтировать, чтобы вода не бежала и дальше не подмывала. Понимаете, вот вчера мы с Константином Сергеевичем к Альберту Валентиновичу съездили. В принципе, то, что он сказал, он был прав. Сказал он следующий момент. Паспорта дороги есть? Нет.
Я задал простой вопрос. Я говорю, где акты разграничения границ балансовой принадлежности? Что мы понимаем, что принадлежит дорожникам ДДХ, а что принадлежит сетевикам? Он говорит, да нет, а паспорт есть? Я говорю, нет, конечно, паспортов у вас. Он говорит, а если бы нет паспортов, какие акты еще нужны? Как можно понять, чья это зона ответственности? Естественно. Сетевики говорят, это, говорит, ребят, ваше. А город говорит, нет. Город говорит, нет, подождите, люки, колодцы, коммуникации, они же ваши. Они говорят, подождите, ну вы же их поднимали, расподняли, уже, значит, ваша. Это ваше уже. Раз ваше, получается, люк, железобетонное кольцо, колодец уже ваш. Ваш принадлежит. Вы же его тронули, нас все устраивало, а вы его тронули, значит, уже ваше. И вот, понимаете, этой границы ответственности нет. У тех денег точно не хватает на ремонт и устранение тех, ну, ДДХ. Угу. Вот. А эти ребята говорят, а нам-то зачем? Да, хотя сетями пользуются. И вот, например, по бордюрному камню, тут тоже как большой вопрос. Бордюрный камень является частью автомобильной дороги? Ну, безусловно. То есть входит в нее. То есть где зона ответственности, что есть газон, что есть проезжая часть и все остальное. Этого тоже нет, потому что паспорта нет. Да, вот. Мы не знаем конкретных точек, что принадлежит, где и как, где зона ответственности, где, вот конкретно можем сказать, подойти к дороге и сказать, ага, имеется выемка или какой-то дефект. Это вот к ДДХ. Почему? А вот в паспорте, потому что это их хозяйство. Потому что акт есть, документ есть, который говорит, что... Вот эта история, она же длится не первый год. Конечно. Эти аргументы приводятся... С 2016 года мы еще поднимали вопрос про создание... Про паспортизацию дорог. Тут новость была не так давно, что вроде как собираются деньги на это выделить. Собираются. Работы, но деньги, поверьте, очень большие. Верить-то я уж мало на словах верю. Я, когда увидим аукционы, которые реально будут основания для... Ну, будет основательно, в них прописано, что вот будет паспортизация дорог, тогда да, можно верить. А то нам обещают с 2016 года, что надо. И в итоге и Альберт Валентинович вчера сказал, что, конечно, надо делать паспортизацию дорог. Но опять же мы приходим к тому, что а где взять денег? Если у нас на содержание улиц не хватает, то финансирование, которое надо. Если у нас на ремонт не хватает денег, а тут еще про паспортизацию говорит. У меня сразу возникает вопрос, а как же нам реализовывать программу безопасности? Опасные качественные дороги при таком бардаке. Так вот, так деньги выделяются на дорогу, но мы не понимаем зону границы этой дороги. Вот автомобильная дорога, да, а откуда до куда? Ну давайте так, проезжей частью что является? От бордюра до бордюра? Вопрос, а бордюр является проезжей частью? Нет. По сути, вы же по бордюру не ездите, правильно, это не проезжая часть. Выход какой? Вот я и говорю, паспортизация. Ну вот выход с учетом того, что денег на паспортизацию нет, какой? Тогда хотя бы составление актов. Хотя бы актов. Хотя бы карты актов, на основании которых мы говорим, что есть дорога, что есть в проезжей части, что мы ремонтируем, откуда до куда мы ремонтируем. Что мешает что это наше, сделать? Что не наше. Опять и же, кто деньги. Должен это? ДДХ это делать? Ну, смотрите, паспортизация – это как бы радикальный способ решения проблем. Когда мы точно будем знать уже, ну, мягко говоря, можно даже пойти в суд и сказать, вот смотрите паспорт, да, это наше, но это не наше. У меня вопрос немножечко на другое. Я пыталась вас натолкнуть, Шамиль. Я хочу спросить следующее. Программа «Безопасные и качественные дороги» имеет, а это долгоиграющая программа. До какого года? 22-го. До 22-го. Неужели 22-го, за это 25-й, время, там, имея понимание того, какие есть изъяны в системе, которые не дадут нам построить безопасные качественные дороги, нельзя каким-то образом обратиться к инициаторам программы «Единой России» на всех ее уровнях и сказать, что, ребят, в рамках этой программы, раз у регионов нет там или у муниципалитетов этих денег, нужно выделить деньги на паспортизацию дорог. Иначе мы просто закатываем деньги в асфальт. Где денег-то взять? Вот. В рамках где, этой программы. Ну, то есть, где денег изыскать? То есть мы все понимаем прекрасно, вот все последние меры были правительством выдвинуты именно для создания этой программы. Ну, понятно, что деньги на БКД они взялись не из воздуха, они взялись из наших карманов дополнительно. Сначала нам говорили, вот есть, ребят, транспортный налог. То есть вы за дороги в них уже заплатили. Потом нас долго уверяли, подождите, бензин подорожает. Секунду, Шамиль, вы же сами сейчас говорите, вот те деньги, которые сейчас тратятся на ремонт, но косметические их деньги, которые растворяются. Так но может их нет. Быть, их направить... Ну, даже 1,2 млрд, которые дали в этом году, даже на этого не хватает. Даже безвыходная ситуация? Ну, если... Нет, смотрите. Если мы говорим о том, что хорошо, мы в этом году сделаем меньше, предположим, меньше. Но из этих 1,2 млрд, 600 миллионов мы готовы потратить на полную паспортизацию. Вопросов нет. Мы за 600 миллионов сейчас сделаем дороги, а за 600, остальные 600 миллионов, да, опускаем на паспортизацию. У нас есть паспорта, все здорово. Но мы в этом не имеем году права что? Этого сделать. Но в этом году сколько там заявлено? 90, да, километров дорог должны быть? Около сотни. 112. Да? Вот, то есть поделите пополам. Это мы сделаем в этом году. Нам хватит? Я думаю, что нет.
Слушайте, но раньше вообще этих денег не было. Я понимаю. Ну и раньше дороги были совсем хуже. Кто должен принять, Константин, такое решение? Нужно ли его принимать? Это должен принимать муниципалитет, а надо ему это. Потому что вы сами понимаете, если будет паспорт дорог, сразу Шамиль вот тут не договаривается, с какой-то точки зрения администрация сразу попадает на норматив и по содержанию этих дорог, и по ремонту этих дорог. Сразу. Я хотел утаить. Не надо, да. Говорите все на чистоту. Потому что паспорт, он требует и содержания дорог в надлежащем состоянии, и ремонт этих дорог, как требуется, согласно законодательству. Вот смотрите, дорога категория 1А, ну просто пример, чтобы вы понимали. 1А это самое высшее, да? Да, ну возьмите Октябрьский проспект, ну предположим, да. Вот есть паспорт на нее, содержание. Сыпают песко-соляную смесь 40 раз за зиму, а должны 120. Да, должны в два раза больше. Ну, поменьше чуть. По паспорту. Да, по паспорту. Вопрос. Не досыпаем? Не досыпаем. Значит, какая она может быть безопасная, если мы здесь не досыпаем, если мы не уделяем должного внимания? Вопрос. И тут сразу прокуратура включается. Паспорт тут прокуратура есть? Говорит, ребят, паспорт есть, есть. Смотрите, документ есть, на основании которого должно быть так, так и так. Муниципалитет говорит, хорошо, денег-то нет. А денег нет, какая проблема-то? Мы сейчас сходим в суд, подадим на вас, дадим вам предписание, изыскивайте, это ваша проблема. Вопрос в этом, где взять остальные? Мы сделаем паспорта, будет здорово, будет все хорошо, будет все правильно. Можно будет говорить конкретно, это вот вы виноваты, это вот вы виноваты, это вот должны делать вот эти, это должны делать вот эти. Но и дальше дело хорошо не будет. Да, но дальше дело-то не пойдет. Паспорта будут, это будет здорово. Можно будет конкретно сказать, ребят, не соответствует нормативу. Это может будет сделать, причем каждый житель нашей области. Каждый может приехать и это сделать. Взять, почитать нормативку, зайти вон в Техэксперт или в Консультант Плюс, скачать ГОСТ, скачать СНИП, хотеть все угодно и сказать, ребят, ну можно хотя бы, на ваш взгляд, постепенно как-то начинать шаг за шагом эту работу? Мы эту работу и предлагали и в 2017 году, что давайте начнем под паспорт дорог делать на те дороги, которые мы будем ремонтировать. Ну, сразу? Они, да, сразу. Угу. Вот она заложена, например, улица Московская, давайте на нее сделаем паспорт. Заложена улица Карла Либкнехта, давайте на нее сделаем паспорт. Мы не говорили про весь город, мы говорили, давайте хоть частями начнем делать паспорта на те дороги, которые у нас ремонтируются, чтобы мы понимали. Но в итоге пока, как видите, нету паспортов, и мы понимаем, почему их нету, их и не будет. Только по той причине, кто бы нам ни говорил, что надо, только по той причине, что это еще один рычаг влияния на администрацию, как на муниципалитет со стороны и граждан, потому что будут должны учитываться все стандарты и ГОСТы, и также это со стороны орган прокуратуры, проще сказать. Вот. И по этому поводу, ну, я не думаю, что нам стоит ждать когда-то паспортизацию дорог. Прервемся сейчас на короткую рекламу и продолжим с нашими гостями, членами региональной группы общественного контроля за ремонтом и содержанием дорог. Продолжаем нашу беседу. Вот уже СМИ анонсировали, в том числе и мы, те улицы, которые будут отремонтированы, должны, по крайней мере, быть отремонтированы в последнем весеннем месяце. Московская, Карла Либкнехта, Карла Маркса, Дерендеева, Фабричная, Рухлядьева, Лесная, Профсоюзная, Коммунистическая. Все улицы, да? Что-то удивляешь, что таких улиц не знаю. Коммунистическая, в смысле, Орловская, что ли? Или переулок коммунистический какой-то? Ладно, у нас до сих пор Тимур Наврузов еще помалкивает, да? Мы переходим просто к теме, по которой Тимур нам сейчас доклад зачитает, называется, да. Весеннее ограничение движения большегрузов по нашим дорогам объявлено. Но оно продолжается еще. Как оно работает? 15-го. Как оно работает, на что направлено, как работает? Есть, я так понимаю, вопросы по этому поводу. Здравствуйте, горожане. Да, напомню, что Тимур — это госинспектор Ространснадзора. Да. Да, спасибо. Администрация города Кирова было принято постановление 26 марта 802 главой администрации о временном ограничении движения больших грузов по муниципальному образованию. Действие с 16 апреля по 15 мая. Я как член рабочей группы проявил инициативу, съездил на наши посты муниципальные, которые расположены. Нет, ну, еще проездом был в Радужном, который там, где перед дендропарком. Назовите, где у нас эти посты находятся. Перед Новым мостом, где рыбопила, вот здесь вот комплекс. Ну, съезд с федеральной дороги. Как на север, да, уходить. Да. Поинтересоваться, как работа ведется. Это было уже 21 апреля, я заезжал, сотрудник мне ответил, что у них еще даже поверка не пройдена. Ну, я так удивился. Поверка — это что? Поверка такое? Весового оборудования, чтобы они могли производить взвешивание. Точно ли оно работает, да? Да, да, там оно в сторонке, ну, в соответствии со стандартизацией, стоит, чтобы. Да. Я поинтересовался, когда. Ну, на днях сказали, будут готовы.
Ладно, после какого-то времени заехал, представился, то снова. Ну, сначала прикинулся я простым перевозчиком. Так очень долго мне не пытались предоставить информацию, даже ознакомиться, какая-то работа ведется, не ведется. С вами как с инспектором просто. Я был сотрудники... в гражданке. То есть я просто. Но у вас есть такие полномочия, если вы официально представляетесь, получить такую информацию от. Ну нет, любой гражданин же, это же общедоступная информация, может поинтересоваться. Вот у нас на федеральной трассе Вятка, подъезд к городу Кирова, где я осуществляю свою деятельность, произвожу взвешивание, транспортный контроль. У нас есть информационный стенд, где любой перевозчик или водитель может зайти, посмотреть информацию, какие нагрузки на этой дороге допускаются, нарушения, что ответственно. Также просто зашел поинтересоваться. Вот когда второй раз зашел, уже через какие-то разговоры долгие. Мне была предоставлена информация, калибровка, что у них сделано, поверка, я посмотрел, да, все, она действует, сфотографировал. Я говорю, а почему работа тогда не ведется? Ну, отсутствие сотрудников экипажа, ГИБДД нету у них. То есть как бы, они не могут, они, да, ни права остановки не имеют, и, ну, чтобы составлять протокол административного правонарушения, и уже на основании этого акт возмещения вреда, там, ущерба дорожному покрытию обсчитывают ДДХ и выставляют уже перевозчику, там, кто... В общем, этой работы нет. Вот до сегодняшнего момента пока там работа не осуществляется. То есть 5 дней остается до периода ограничения? Да, до открытия ограничений. До сих пор? Ну, пока не было. То есть это фикция? Ну, это да. Это на сегодняшний день. Хотя знаки ограничения стоят, то есть осевых нагрузок там установлены. И вот работы нет. Константин Сечихин. Провели вот такую работу на сегодняшний день. У нас на третьем заседании, опять же, вот присутствовал рабочая группа, когда был Кузнецов Федор Игоревич, зам начальника отдела надзора ГИБДД. Этот вопрос был поднят, по-моему, в весовому контролю в муниципалитете. Он пояснил, что эти весовые пункты не отвечают требованиям. Ну, какие требования должны быть, тоже он как бы не пояснил, но это не входит в мои как бы полномочия, которые по федеральным дорогам. Но будем выяснять, работать. Потому что реально видно, я как специалист, работающий, могу на глаз определить, где есть перегруз, перевес, где нет, потому что выявляю эти акты, то есть на федеральных дорогах. И по городу, когда езжу, хожу, вижу, что вот машины ходят с перегрузом, и они ездят. Давайте напомним нашим слушателям, для чего объявляется закрытие дорог. Еще раз, почему в весенний период, что происходит? И разрушение дорог из-за климатических условий, изменения. Потому что состояние паводок, по сути, получается, весной у нас идет насыщение влага и грунтов. Грунты начинают ходить. Для этого закрываются дороги. Так, давайте по очереди. Ученый Шамиль. Поднимается уровень грунтовой воды. Раз. Поднимая уровень грунтовой воды, основание размягчается. Начинается движение грунта. Он начинает проседать. Где-то его пучит, если на пучине стоит груз, где-то наоборот он уходит вниз. Соответственно, дорога начинает вилять выше, ниже уровня высотной отметки. Соответственно, она тянет за собой асфальт, верхнее покрытие. Ну, то, что мы говорим, асфальт, так сказать, дорожную одежду. Дальше дорожная одежда начинает трещать из-за таких перепадов. Начинает просто-напросто идти разрывные нагрузки, он рвет. После этого асфальт рвет, ну, допустим, циклы оттайки, заморозки в ночной период, допустим, когда у нас температура ниже нуля сваливается. Вот. Дальше что происходит? Образуются трещины, в эти трещины забегает вода, вода ночью замерзает, все это дело разрывает, асфальт разрушается. Он начинает выкрашиваться такими крупными камнями, то, что летит вам в лобовые стекла. Это вы все хорошо наблюдаете. Чем плохо, когда идет машина с перегрузом? Осевая нагрузка очень большая в этом случае, образуется колейность. Самое страшное, что они делают, они создают колейность. Плюс, когда возникает колейность, возникает разрыв асфальта. Он начинает рваться, образуется яму. Вот поэтому мы, ради того, чтобы сохранить вот эту вот дорожную одежду само по себе, мы в этот весенний период, когда уровень грунтовых вод на самом деле очень высокий, связано с паводком прежде всего, вот обращайте внимание, смотрите там, допустим, новости гидрометцентра и так далее, когда они говорят, там паводок максимальный, допустим, вот когда максимальный паводок, максимальное водонасыщение, дороги плывут, просто-напросто плывут. В связи с этим вводят что?
Вводят ограничения движения. Ограничения движения. Транспорта. У нас ограничение движения по факту не работает, поскольку пункты их два, они не оборудованы достаточно... Не соответствуют требованиям, как сказали сотрудники. Не соответствуют требованиям. И мало того, поверки и еще не... не вовремя были, да, поверки сделаны. Поверки не проводились. Пять и дней нет до отдельного закрытия... сотрудника, который еще... Нет будет. Сотрудников ГИБДД, которые ГИБДД. Могли Чайер, составлять бы акты. В итоге нет, весь акты составляют ДДХ. ДДХ? Да, остановку производят и протокол фиксируют. А остановить этом... могут сотрудники ГИБДД. По да. факту, то есть получается, никого не останавливают, никого не взвешивают, и большие грузы идут, вы поправьте меня, если не прав, после того, как я скажу, и большие грузы идут без всякого взвешивания, да, бесконтрольно. Просто проезжают. Идут да. просто по дорогам. Мы знаем, какой поток больших грузов у нас по дорогам сейчас идет? Вот, ну, сейчас он снижен все равно, потому что многие едят, не знают, дорог. Что ограничение, они знают, что это ежегодное планируется. Но не знают, что у нас не знают, что она не работает. Да, все равно снижается. Обычно перевозчики, водители в это время на ТО обслуживание ставят свои машины, чтобы как бы расходы переживать. А у нас там такие щитки стоят, значит, изображающие машину ГИБДД. А ГИБДД нет. Шанс до 15 мая официально проехать по дорогам. Нет, мы знаем прекрасно, что водители-дальнобойщики нас слушают, у нас периодически бывают звонки, там, я помню, да. Еду с Нижнего, слушаю вас. Дальнобойщики у нас в основном ездят то по федеральным трассам, на федеральных трассах весовые контроли. Ну, вот, объясните, пожалуйста, тогда, в связи с чем у нас сложилась такая ситуация, что у нас при объявлении традиционного периода ограничений по весу там, для движения большегрузных машин не оборудованы всего два оставшихся пункта, их было больше в свое время, гораздо больше вокруг города Кирова. Не работает наряды ГИБДД там для того, чтобы устанавливать большие грузы для взвешивания. Почему сложилась такая ситуация? И кто над ней работает? Тимур. Может быть, из-за того, что сокращение ГИБДД прошло, не хватает экипажа. Нет, ну, в ГИБДД это понятно, у нас на сегодняшний день не хватает экипажа, и они не могут выделить сотрудников, хватает экипажа. Потому что хватает работы и на дорогах в рамках безопасности. Что с оборудованием? С оборудованием оно уже устарело, те пункты, которые раньше оборудовались, они 100% уже устарели. В чем видение эти пункты? Ну, в ДДХ. У ДДХ нет денег? Да, у ДДХ нет денег, вы сами знаете. У муниципалитета нет денег на эти пункты? Нет денег на эти пункты. И в данной ситуации ответ один, мы этот как раз ответ разбирали уже на рабочей группе, это искать концессионера, который будет устанавливать новые современные пункты. Есть такие, сейчас не требуют они людей, это просто автоматические рамки. Да, это стоит там порядка 35 миллионов, но если найдется концессионер, ну, инвестор, проще сказать, да, на эти пункты инвестировать, то мы этими пунктами можем оградить весь город, чтобы лишняя техника, которая идет с карьеров, особенно мы сейчас беспокоимся за Киров-Русское, там тем более нет никакого весового контроля, а новая автодорога с двумя большими карьерами на этой автодороге, проще нас сказать, они разрушают, и мы наблюдаем это каждый день, и кто ездит на эту дорогу, он каждый день наблюдает эту технику, которая большегрузная, идет песок, по этой дороге. Песок, да? Просто премиум песок телефонный идет. Звонок 211-101, номер телефона прямого эфира. Алло, добрый день. Здравствуйте. Да. Здрасте. Очень немного да, времени, пожалуйста, Казаков, четко. Казаков Роман Николаевич. Угу. Да, Роман Николаевич. Хочу просто добавить, что, насколько я знаю, у меня приятель ездит, работает на фабрике «Дымка», возит конкретное печенье. Насколько я знаю, что на проезд большегрузных машин, возящих продукты, нет никаких ограничений. Дорога тоже разбивается когда-то. Есть исключение. Да, спасибо. Да, на продукты, медикаменты, на молоко, скоропорт там, еще есть. Скоропорт, все продукты там есть на исключение. На международные перевозки. На международные перевозки, как бы на них идет исключение. Вернемся к концессии. Еще раз, вернемся к концессии. Скажите, пожалуйста, вот, значит, тут два вопроса возникают. Мы выявляем на просто санкционные. Выход есть. Тут такой между собойщик организовался Володя с Тимуром. Выход есть, вы считаете, в виде заключения концессионных соглашений. А один пункт в среднем стоит 35 миллионов рублей, ну, как среднем, вы говорите, да. весовой. Угу. На чем в таком случае зарабатывает концессионер и что получает город? Это элементарная система, которая сейчас работает в рамках камер. Система фото-видеофиксации нарушения. Это тоже в рамках договора концессии все делается, да? Когда концессионер зарабатывает за счет комиссии со штрафа, проще сказать, да? Это такая же система, которая... Штрафы идут городу, а концессионер берет свою комиссию. Да. Штраф то есть и город получает, и концессионер. Это все в рамках договора концессии. Сейчас это успешно в Нижегородской области такая система уже работает. И есть несколько постов, оборудованных в Нижегородской области в рамках договора концессии, которые автоматически, во-первых, они не требуют присутствия ни сотрудника ГИБДД, они не требуют присутствия ни инспектора дорожного, ну, дирекции дорожного хозяйства. Да? И без
остановки это и все без происходит. Без остановки. Да. Это все автоматически. Это просто оборудовано камерами, это оборудовано дорожными знаками. Если идет нарушение со стороны водителя, то этот штраф фиксируется, и он уже дальше, как говорится, наказывает. Это предложение в город поступало? Это предложение поступало, это предложение мы на последней рабочей группе обсуждали. Это когда было? Это было не так давно, это было в конце апреля месяца, в конце апреля. Да, и что, к чему пришли? Ну, пока ни к чему не пришли, как бы сказали, что рассмотрят, подумают. Но есть мысли у Министерства транспорта в рамках Кировской области, данными постами оборудуют Кировскую область. По направлениям, такие как Кирово-Чепецк, по направлениям Вятские поляны, в Советск. Что такое есть мысли? Ну, желание, понимаете, есть чтобы... желание. Действие кто должен осуществить и кто осуществляет? Во-первых, надо найти концессионера, надо найти... А кто ищет? Так вот, у нас... Кто ищет, тот всегда находит. Да, кто ищет, всегда это мы знаем, кто ищет. Константин Сергеевич, насколько я помню, они тогда сказали, что проект еще только готовят для этого. Да, тут целый спектр работы надо сделать. Что такое проект? Что включает проект? Для площадку предусмотреть, где именно это будет, как это будет выглядеть. А, то есть город-то все-таки должен подготовить? Конечно, да. Конечно. Перед тем, как это все сделать, ты должен определить, потому что площадка требует специального, как вот и ранее Шамиль говорил, там и уклоны, и всех немыслимых там стандартов, что впоследствии потом эта площадка была эффективной. А... Мне кажется, что во всем... Вообще, эту рамку проще объехать, поверьте мне. Вот честно, вот просто я говорю по опыту людей, кто как бы вот уже много раз нарушает правила дорожного движения, объезжая эту рамку. Но ведь если он объедет, он тоже будет зафиксирован. Смотрите, а вот объезд, да, висит дорожный знак, который говорит, по этой полосе вам большегрузному технику ехать нельзя, правильно? Ну, я беру, проезжаю, там висит камера, которая мне выписывает штраф. Нарушение дорожного знака. По-моему, штраф сколько там? Ну, 500 рублей, да? Нарушение дорожного знака. А за нарушение я весового... плачу 250, если, допустим, техника зарегистрирована на меня, в течение 20 дней. А за нарушение весового? А вот посчитайте, если я еду с перегрузом, ну, предположим, с перегрузом 2-3 тонны. А вот Тимур, я думаю, лучше скажет, сколько есть точно. Что там за расценки? По федеральной дороге, ну, там все зависит от перегруза. То есть составляется акт в процентном соотношении, показывает, какой часть административного правонарушения нарушил водитель. Ну, каковы максимальные цифры? Ну, в среднем, нет, у нас есть несколько частей. То есть до 10% перегруз, с 10 до 20, с 20 до 50 и свыше 50. Ну, на водителя это несущественные деньги. 1000, 3000, 5000. А на руководителя его, начальника? На руководителя ИП и ООО. ИП сейчас привлекаются как ООО. Там 100 тысяч, 150, 200. Много таких штрафов накладывается вот за 17-й год, например. Ну вот я хотел как раз сказать, что с 15-го года, вот, когда введены на федеральных дорогах, нам полномочия отданы напрямую накладывать, выписывать эти штрафы, поток снизился к 17-му году, нарушителей стало меньше, то есть уже существенно... Во сколько раз меньше в процентном соотношении, в количестве? Что-нибудь назовите, сколько вот нарушений в 2017 году, может быть, было? Ну, точно не могу сказать, но это существенно. Это десятки, сотни? Ну, порядка, да. Дисциплинированы стали все перевозчики уже более. Порядка, да, что? На федеральной дороге. 10, 20, 30? Нарушений. Не знаем пока, да? Не можем нет, информацию. Нет такой цифры. К сожалению, время истекло нашей беседы. Спасибо большое, Константин Сергеевич. Цифра-то есть, просто спасибо. Подготовить слово. Да, спасибо. Федеральной дороге. Да. Спасибо, до свидания. Спасибо.